Центральный оркестр МВД под управлением заслуженного артиста России Феликса Ароновского выступает для медиков, военнослужащих и их семей. Такой грандиозный концерт организован в честь героев нашего времени. В 2020 году появилась частная инициатива фонда «Золотые ворота Сибири» для того, чтобы проводить вот такие благотворительные концерты и сказать огромное спасибо нашим докторам, нашим врачам, которые в 2020 году спасли сотни тысяч жизней людей в нашей огромной стране. Поездку для медиков Тюменской и Курганской областей в столицу организовал фонд «Золотые ворота Сибири». Чтобы этот вечер запомнился зрителям, репертуар подбирали с особым трепетом. Приехало порядка 140 человек из Тюмени. В основном это доктора, которые не были никогда в Москве. Для них была организована отдельная программа. Это экскурсия, это посещение Кремлевского дворца. И, конечно же, это сегодня концерт, который будет посвящен героям нашего времени. Благотворительные концерты прошли в Тюмени, Ялуторовске, Кургане, Екатеринбурге, Омске, Сочи. Проект продолжит колесить по ведущим музыкальным площадкам регионов нашей страны с участием именитых артистов. Мария Звадовская, Мария Рянина, Тюменская служба новостей.